Добро пожаловать на просмотр видео. Буквально вчера на зарубежном YouTube я наткнулся на несколько видео, где речь идет о сливе 9 новых автомобилей Forza Horizon 5. Пообщался с людьми и понял, что такой слив уже не в первый раз происходит и довольно точно сбывается. Исходя из этого, я решил поделиться этой информацией с русскоязычным комьюнити, ведь машины там довольно интересные. Сначала объясню, на основе чего появился слив. На основе файлов игры. Там нашли упоминания автомобилей, которых в игре просто не существует и говорится о них впервые. Вот тот самый файл, можете не ставить на стоп видео и не тратить время на выискивание каждого наименования. Сейчас я все в алфавитном порядке покажу с картинками. Aston Martin Lagonda, Bentley Flying Spur, BMW M3 21 года, Ford Econoline Debrity 1961 года, Jaguar F-Type SVR 2020, KTM X-Bow GT2, Maserati MC20 2022 года, Mustang SVT 2003 и Sailin S7 LM. Когда добавят их, никто не знает, ведь в файлах нет ничего указывающего на дату выхода карпака. Но с кем не говорил, все склонны к тому, что появится машина уже в следующей серии. А она, напомню, выходит в первой половине сентября. Но это лишь догадка. Что думаете вы по этому поводу, пишите в комментариях, может у вас вообще есть своя теория и это просто байт от разработчиков, что очень маловероятно, это я уже так. Если хотите, могу снять видео, где я расскажу про примерные характеристики каждого из 9 автомобилей в игре. На этом все, еще увидимся.